Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман и моего творчества. И сейчас я вам расскажу, что было в первом выпуске пост-шоу «Холостячки. Как выйти замуж». А вы мне напишите в комментариях, за какого холостяка вы болели, кто вам нравился больше всего и кто, по вашему мнению, лучше всего подходит к Ксении Мишиной. А в первом выпуске обсуждалась тема, какая модель лучше, когда мужчина борется за женщину или когда женщина за мужчину разбиралась мужская и женская инициатива. Мужчины говорили, что когда женщина за них борется, это, конечно же, приятно, это им льстит, но пропадает интерес. По сути, в жизни существует такой стереотип, что мужчина должен быть завоевателем. И хотя это и стереотип, но большинство живут по этой модели. И я не скажу, что это плохо или хорошо, каждый выбирает так, как ему комфортно. В любом случае, мне очень понравилось высказывание, что для того, чтобы завоевать женщину, нужно сделать, чтобы ей было с тобой комфортно. Это как раз правда. Напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!